Юный, бодрый дед за 65 лет, как обычно, зимой и сегодня, 4 декабря, занимается ходьбой со своим другом Скаем. Увы, озера замерзли, и после 20 ноября только пешком ходьба и фитнес по лесу. Бери пример, дерзай, ходи вместе с Зевсом или со своим другом. Но Зевс красавчик, умничка. Ну, Скаюшка бегает. Он, когда выходит на улицу, немножко у него крышу сносит. Бегает, носится. Ну, давай, вперед, вперед пошли. Вперед, бегом, бегом, вперед. А давай туда, к автобусу, пошли к автобусу. Туда лучше снимать. Скай! Назад, туда идем, назад. Пошли, давай, давай, бегом, 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 бегом. Молодец, давай туда, чтобы не против солнца снимать. Давай, вперед, к автобусу. Давай, давай, я тебя догоняю, догоняю. Все, Скай, вперед, вперед. Молодец, пошел, пошел, пошел. Ох, шубейка у него классная. Вот так он меня и выгуливает. Вот, с ним веселее. Ну, что-то ты какой-то сегодня загадочный, Скаюша. Ну, дай хоть лапку. Попробую твою загадочность разгадать. Дай лапку. О, паровозик идет. Дай лапку, дай. Лапку дай. Что ты мне зад подставляешь? Это неуважение. Дай лапу. Дай лапку, Скай. Ну, дай лапку. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Что ты подходишь, а лапу не даешь? Дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Дай лапу, дай лапу. Да что ты меня лижешь? Дай лапу просто и все. Ну, зрители хотят лапу. Дай лапу. Лапу дай. Вот, ну, вот молодец. Ну, так что дает, но как-то он своеобразно. Паровозик идет, и ты его слушаешь, да? Ну, побежал? Давай. Беги, беги куда-нибудь. Пошли к автобусу, я немножко поснимаю тебя, как ты ходишь. Мне нравится твоя походка. Такая грациозная. Особенно в прыжке он замечателен. Да, Скаюша? Ну все, давай туда, к автобусу. Пошли к автобусу. Пошли к автобусу. Пошли, пошли, вперед. Вперед, давай, давай, давай. Давай, молодец, пошел, пошел, пошел. Смелее, веселее. Ну, погодка замечательная. Солнышко светит. Ветерка нету. Ну, морозно, да. С утреца было минус 20 сейчас. В машине показал 18. Ну, чувствуется 17,5 так на глаз. Пойдем, Скай. Молодец. Ну, какая грациозность. Какая походка. Вот мы идем. Сейчас покрутимся, пока все-таки не пошли на дистанцию. Пока солнышко с утреца. Редко такое бывает. Скай, рядом, ко мне. Скай, ко мне. Камушки откапывает. Вот была затея, грызет камушки. Иди ко мне, рядом, Скай, рядом. Рядом, молодец. Молодец, рядом. Рядом, Скай. Ну, ты когда будешь слушаться, а? Ну, давай, проси, Скай, проси что-нибудь, проси. Вчера учил его просить. Так забавно это делает. Подойдет, положит голову на ногу, либо прижмется. Значит, что-то попрошайничает. Ну, видимо, покушать или еще что-то. Ну, вот сейчас выпросил погулять. Обычно я иду зимой часиков между 10 и 11, время фитнеса. Вот, а тут он говорит, давай, говорит, тебя, юный бодрый дед за 65 лет, деда Саша, выведу тебя пораньше, прогуляемся. Ну, не смог ему ни в чем отказать. Да, Скаюшка, что ты там находишь? Ну, давай, давай. Ну, что? Ну что, пошли на дистанцию? Пошли, Скай. Все, туда. Пошли, в другую сторону. Пойдем, давай.
Побежал. Молодец. Ох ты, рукавичку хочет. Перчаточку хочет взять. Вот перчаточка. Опля, как он в прыжке это делает. Ну, давай. Опа! Ай, забрал! Не дам. Дай. Ах ты! Шустрый, ловкий. Молодец. Все, пошли гулять. Пошли на дистанцию. Я ускоряюсь, а ты догоняй. Молодец, Каюшка. Догоняй. Вперед. Сейчас против солнца придется поснимать. Не очень здорово будет. Ну, что сделать? В тенечек стану. За деревья. Все, хорош тебе камушки откапывать. Я ушел. Догоняй. Молодец. Давай, вперед. Вперед, Скай. Вот с тобой приятно фитнесом заниматься лесным. По лесу не походишь, потому что там снега навалило. Еще дорожки не проложили. А нам надо ускоренно идти. Поэтому иду пока по дорожке, которую... Ну, Зевс, красавчик, умничка. Спасибо им. Чистят регулярно. И прошлой зимой чистили. Вот. Ой, что-то прихрамывать стал. Неужто прохладненько. Скай, давай быстро тогда прогуляемся с тобой. Пройдем свою пятерочку и будем возвращаться. Там Галя ждет. Галя ждет дома. Все, догоняй. Пошли. Машина, Скай, машина рядом. Давай сюда, рядом. Видишь, машина идет рядом. Молодец. Рядом. Машинка идет. Скай, рядом. Машина. Скай, рядом. Ко мне. Ух ты. Скай. Рядом. Машина. Молодец. Машинки иногда ходят, потому что дорога хорошая. Иди сюда ко мне, иди, молодец. Ну, пробегись, ну, еще немножко тебя поснимаю, молодец. Ну, молодец, что уходишь от машин, не лаешь на них, не бегаешь за ними, как тут есть некоторые. Ой, ты лапонька. Будем летом смотреть, как ты зимой бегал-прыгал. Ну, пойдем? Пошли. Пошли вперед, догоняй. Молодец, Скай, молодец. Все, идем, пошли мы с тобой, идем вперед. Нам надо часика полтора убить сегодня. Ну, а потом вперед. Вот так мы понемножечку вместе со Скаем. Ну а что делать еще пенсионеру? Юный бодрый дед за 65 лет поддерживает здоровый образ жизни, чего и вам желает. Да, господа хорошие? Именно так и по-другому никак. Сейчас километров 4-5 вперед и полкилометра надо задом наперед, чтобы синапсы все-таки немножко активизировались. Потому что, увы, деменция стучится. Вот он, Скай, по лесу ходит немножко. Скаюшка, что ты там придумал? Куда пошел? С трассы свернул? Что, холодно тебе? Тапочки, наверное, надо тебе. Ботиночки. А то слышно аж костяшки. Ну все, давай, Скай, вперед. Потом вернемся еще сниму. Вот здесь мы иногда отдыхаем. Место пенечек стоит. Ну а вон там далеко стоит. Автобус работает. А Санька на Тойоте уехала. Уехала по делам. Ой, ты интимности не буду снимать. Скай, молодец. Это дело приветствую. Молодец. Все. Давай. Попал немножко.
кадр. Ну, что сделаешь? Вот. Это как дом, да, два для Сквайя. Фух. А вон красота какая. Лес инеем покрылся. Как-то так. Солнце светит. Обалденно. Скажешь, что машина идет опять. Господа хорошие. Выводит. Так, Скай, рядом. Машина идет. Рядом, рядом. Молодец. Давай постоим. Сейчас машинка пройдет. Вот. Стоим рядом. Ждем, ждем. Ждать, Скай. Ждать, ждать. Ждать. Рядом, рядом. Ждать. Молодец. Все. Ну, пошли. Пошли. Вот сейчас он, когда хочет погулять, его в автобус не загнать. А когда надоедает, сам подбегает к автобусу и стоит. Типа, открой дверь, надоело, дай зайти. Вот. А вчера вроде бы прохладненько было. А он гулять хотел, открывая дверь. А он не хочет. Пришлось еще походить. Да, Скай? Ну, что? Молодец, красава. Что ты там увидел в лесу? Что там увидел? Ну... Ты же охотник. Ты же тайский риджбек. Ну-ка давай что-нибудь тут проохоть. Но агрессивная собачка, агрессивная. Ну столько положительных эмоций, умнейшая собачка. Есть тут собачка, с которой он дружит, Миша зовут. А есть серый, умный, спокойный. И он с ним не дружит. Прям кидается на него со всех сил. Ну, пошли, давай. Идем туда, к автобусу. Пошли, к машине. К машине. Скай, вперед, к машине. Вот так, пойдем в машину. Попробуем заснять. Хочешь ты сесть или не хочешь? Бежал. Ускоряюсь. 120 шагов в минуту. О, тут уже все 130. Вот. Почему отъезжаю? Потому что мимо совхоза его отпускать нельзя. Рвется туда всякие запахи. Бойни, шкурки, коровки, мычалки. Оттуда его потом не вытащить. Поэтому отъезжаем дальше и здесь ходим. Как-то так. Один раз подошел к совхозу. Стоит там статуя коровы. А он на нее лает. Еле оттащил. Скай! Рядом! Ко мне! Рядом! Иди сюда! Ко мне! Ко мне! Скай! Давай, давай! Молодец! Давай, 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 давай! Вот, молодец! Ух ты! Быстро! Ну все, еще раз пробежался. Тебе бегать надо. Ты не домашняя собака. Тебе надо бегать много и гулять. Давай, вперед! Пошел, пошел! Ну, молодец, бегает. 4 раза в день гуляю с ним. Вернее, не я с ним, он со мной. Нет, я с ним все-таки. Он говорит, хочу, и я в качестве сопровождающего иду с ним. Скай, рядом, ко мне. Давай сюда. Рядом, рядом, Скай. Ну, иди сюда. Ну, я ж тебя снимаю. Будут думать, что ты непослушный. Иди рядом. Рядом. Молодец, ко мне, вот это да, все, 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 стал рядом, прижался. Ну все, все, молодец. Лапку дашь? Давай еще раз лапку, дай лапу, дай лапу, дай лапу, Скай. Да не прижимайся, лапу дай.
дай лапу. Скай, дай лапу. Ну что такое? Почему ты не даешь лапу? Иди ко мне, дай лапу. Прижимается, а лапу не дает. Да не прижимайся ты. Лапу дай. Дай лапу. Скаюшка, ну дай лапу. Дай лапу. Другую дай лапу. Да че он ко мне прижимается? Я же прошу не то. Ох, этот Скай. Скай, дай лапу. Дай лапу. Ну, че ты такой капризный? Дай лапу. Я вот сел даже на коленку. Дай лапу. Лапу дай. Скай. Сейчас домой отправлю. И не скажу адрес. Лапу дай. Дай лапу, дай лапу. Дай, Скайушка, лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Да что ты жмешься ко мне? Лапу дай. Скай, дай лапу. Дай лапу. Машина едет. Все, пошли. С дороги сойдем. Рядом, рядом, Скай. Рядом машина. Рядом. Рванул к нашей машине. Ну, очень своеобразный пес. Прямой. Ну, почти как я. Встретились две упрямости. Скай! Рядом! Молодец! Обходит все-таки. Скай, ко мне! Ко мне! Рядом! Скай! Рядом! Ко мне! Скай! Блин, сейчас совхоз пойдет. Скай! Рядом! Ко мне! Блин, опять совхоз, оттуда фиг его вытащишь. Эти запахи, отъезжаю же от него. Все, я уехал. Пару раз садился в машину, уезжал. Так он такой, говорит, да меня бросили. Скай! Скай! Рядом! Ко мне! Скай! Ну, пипец, пошел ловить его. А не-не-не-не. Скай! Ну, молодец, вернулся. Ну, молодец, Скай. Я думал, что доставать тебя придется. Все, пошли. Открываю дверь. Могу тебя со стороны водителя запустить. Иди в машину. Заходи. Вот сейчас посмотрим, хочет он домой или нет. Машину, заходи. Все, поехали, домой. Заходи. Скай не хочет. Значит, погулять еще хочет. А когда ему холодно, он быстро заскакивает. Все, Скай, либо пошли, либо поехали. Не хочешь, ну и молодец. Тогда пойдем еще погуляем. Пойдем погуляем. Или ты со своей стороны хочешь, Скай? Иди сюда. Иди. Открою я с твоей стороны. На свое место зайдешь. Иди сюда. Иди. К машине. Пошли к машине. Сейчас проверим. Хочешь ты заходить или нет? Все, Скай, иди сюда. Вот, я открыл. Скай! Открыл, иди. Заходи в машину. Дверь открыта. Вот, даже показал всем. Ну, в машину. Поехали домой. Галя ждет. Поехали домой. Ну все, я уезжаю тогда. Все, я уехал. Сейчас буду снимать, как ты будешь бегать за мной. Раз ты такой, да? Все. Я уехал. Вот я сажусь в машину. Все, последний я раз тебе говорю. Все, я сажусь в машину. Все, сел. Я сел.
закрыл дверь и поехал. Смотрим, как Скай себя вести. О, засуетился, да? Засуетился. Ну что, дружочек? Ну, будешь садиться? Давай открою дверь. Ну что, ты едешь со мной? Давай, заходи. Заходи в машину. Скай, в машину заходи. Ой, отойди, отойди. Сиди сюда, рядом. Рядом. Рядом иди сюда. Машинка едет. Машина. Рядом. Пошли. Иди, я тебе с твоей стороны открою дверь. То сейчас опять уеду. Иди сюда. Скай, иди сюда, ко мне. Скай, домой едем. Ну, не хочет уходить. Все, заходи, я дверь тебе открываю. Ну, заходи, заходи. Заходи, давай, давай, заходи. Ну, что, не хочешь? Еще погулять хочешь? Заходи в машину. Что думаешь? Да на улице холодно, а ты не хочешь уезжать? Ну, ты даешь, дружище. Заходи в машину. Садись поудобнее, погрейся. Ну, вон лапку ты поджимаешь, холодно. Заходи, садись. Садись в машину, иди. В машину, давай, 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 давай. Ну, явно не хочет уходить. Все, я сейчас опять уеду. Садись в машину, в машину. Заходи, заходи. Да вон стоишь, лапки греешь. В машину заходи. Чего стоишь ты? Садись в машину. Ну, Скай, я не буду тебе помогать. Он чувствует, лапки у тебя мерзнут. Заходи в машину. Заходи, еще сходим погулять. Сейчас надо идти погреться. О, ты даешь. Ну, ладно. Пошли гулять тогда в другую сторону. Что ты, жучила, погулять хочешь? Холодно же, лапки поджимаешь. Ну давай еще немножко пройдемся. Пошли. Пойдем, пойдем. Давай, бегай, бегай, бегай. Вот это да. Не хочет уезжать. Понравилось ему. Ну ладно, чуть позже еще с ним пройдем еще дистанцию. Ну все, Скай. Все, давай, возвращаемся. Он уже лапки поднимаешь, холодно тебе. Пошли домой. Все, в машину. Скай, в машину. Давай, давай, давай. Молодец. Ну, в машину, Скай. Ну, мы с тобой все, сегодня вообще не уедем. Иди сюда, в машину. Давай, заходи. Иди сюда. Дверь открываем. Скай, ко мне. Иди сюда, Скай. Но не хочет уезжать, и все. Скай, иди сюда, заходи в машину. Ну что такое? Холодно ж тебе. Заходи, погрейся. Иди в машину, давай. Опять не хочет. Ну ладно, третий раз. Скай, сейчас уеду. Все, я уехал, как хочешь. Все, я уехал. Все, залезаю с твоей стороны. Ты можешь стоять, мерзнуть, а я поехал. Залез, посмотрим, как будет себя вести. Пока нет. Может, сейчас появится. Надо чуть-чуть тронуться. Не идет. А с другой стороны жучила. Но не хочет уезжать и садиться не хочет.
замерз. Скай, ну что такое? Почему ты ехать не хочешь? Садиться не хочешь? Давай в машину садись. Ну куда пошел? Скай, иди, поехали. Твоя дверь открытая. Иди, садись в машину. Иди, садись. Садись в машину. Ну, давай. Ну, я хочу заснять этот момент. Иди, садись в машину, Скай. Ну, что такое, а? Ну, ё-моё, слишком долго у нас длится эта процедура. Сейчас просто уеду. Скай, давай в машину. Ну что такое? Скай, в машину. Чего ты? Что такое? Чего ты жмешься ко мне, а в машину не хочешь? Что такое? Еще погулять хочешь, а? Ну, ну давай погуляем. Давай тогда прижму машину. Прогуляемся еще. Может, попытаешься еще, зайдешь? Давай, заходи, Скай. Давай, машину, машину, заходи. Давай, заходи, заходи, Скай. Заходи, заходи. Ну, залезай. Молодец, давай, вот все-таки залез. Ну, надо же, пришлось мне тебя уговаривать, дружочек. Ах ты, капризуля. Ну что, домой едем к Гале, да? Едем к Гале. Все, закрываю дверь. Все, подвинься, дверь закрываю. Вот мы. С трудом уговорил сесть. Надо же, погулять хочет, но холодно уже, поэтому, Скаюшка, едем с тобой, садись поудобнее, машине потеплее, едем с тобой, да? Едем, садись, все, поехали. Садись, не суетись. Молодец. Уселся, уселся. Сейчас мы там развернемся и домой поедем, да? Вот так, Скайка. Погулял, походил, вывел меня. И теперь сидим с тобой. Мы еще с тобой попозже сходим, ладно? Что-то понравилось ему сегодня. Да, Скай? Передавай всем привет. Вот мы со Скаем едем обратно. Скай, дай лапу. Дай лапу. Вот он лапку дает. Все. Ну, столько положительных эмоций, умнейшая собачка. Ну, столько положительных эмоций, умнейшая собачка. Да, масса положительных эмоций от фитнеса, что летом, что осенью, что зимой. Господа, веди здоровый образ жизни, и счастье тебя обязательно настигнет. Делай, как говорит юный бодрый дед за 65 лет, а может, скоро будет и прадед. Двойной. Удачи всем и хорошего настроения!